Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале про еду о еде. Что же приготовить на обед? Сегодня я вам расскажу. Для этого нам понадобится овощи и куриные бедра. На предварительно разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладываем 6 куриных бедер. Обжариваем до золотистой корочки под крышкой. Тем временем нарезаем чеснок и репчатый лук, болгарский перец и кабачок. Я нарезала все мелким кубиком. По желанию можно использовать и грибы. У меня были шампиньоны. Добавила лук-порей. Посмотрите, какое сочетание цветов. И на вкус это тоже очень вкусно. Курица обжаривается. Добавляю приправу для курицы. Соль. Переворачиваю. И добавляю те же самые специи с другой стороны. Курицу слегка обжарила до полуготовности. Затем обжариваю овощи. Лук, кабачок и грибы. После добавляю болгарский перец и лук-порей. Все перемешиваю. Добавляю лимонный перец или можно добавить обычный. И сушеный томат. Сливки 20%. Но если у вас нет 20%, можно использовать и 10%. После чего в этот соус выкладываю курицу. Накрываю крышкой и тушу до готовности. Примерно 15-20 минут. Курица в сливочном соусе получилась очень вкусной и ароматной. Рекомендую вам этот рецепт. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!